Отдыхать буду. Дома в основном буду находиться. Постараюсь поменьше выходить на улицу. Но мы работаем удаленно, так что, возможно, будем подключаться работать. Дома проводить с семьей. Мы будем работать. Вы работаете, да? Вас это не касается. На благо здоровья наших граждан. Пациентов, да. Медики, да? Да. Спасибо. Дома сидеть как положено. Скажите, а что дома будете делать? А дома заниматься домашними делами, читать, смотреть телевизор. А я на удаленке с начала пандемии. Дома буду. Что делать дома будете? Отдыхать. С ребенком сидеть. Я в выходные планирую на дачу поехать. Мы не саратовцы, поэтому мы французы. Мы будем работать, потому что мы приехали работать со студентами театрального факультета. И поэтому мы будем трудиться. Мы будем трудиться с курсом бакалеев в ТЮЗе. Я в командировке нахожусь, я не саратовский, поэтому... А вы откуда? Из Москвы. В Москве тоже не рабочие выходные, да? По сути, все работают. Конечно же. Они у меня все время не рабочие. Работаете, да? Да. Бездельничать, вот, тупо смотреть телевизор, новости. Убираться, готовить, проводить время с ребенком. Домашними делами, то есть, ну, дом обустраивать, как-то помогать семье по дому, по хозяйству. Мы еще, если честно, даже не знаем, будут они у нас нерабочим, нет, руководство еще не сообщало. Заниматься планирую, будем дома сидеть. Работаем. Вы работаете? Да. А какая сфера, скажите? Грузоперевозка. Это предприятие является градосистемообразующим, поэтому мы для своих сотрудников организуем удаленные рабочие места. Вот мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что садики нет дежурных групп. Можно было, конечно, как-то подумать. Думаю, правоохранительной системе близко, поэтому преступность никогда не дремлет. Поэтому мы работаем. Встречаться с родственниками, которые давно не видели. Больше, наверное, начать читать, пересматривать сериалы какие-то, которые давно хотели посмотреть. Ну, в общем, такие планы. А у меня не касается, это командировка. У меня командировочный проводник, поэтому мне это не коснулось. Я продолжаю также работать. Работать только удаленно будем. По телефону. Нет, это вообще неудобно. Неудобно? Нет, это нормального рабочего процесса не получается. Тут однозначно. Лучше ходить на работу. Чтобы все было нормально, нужно ходить на работу. К сожалению... Я буду работать, потому что у нас на работе мы работаем. Буду жить, как и жила. Это как, если не секрет? Политика. Прогулки, полезное питание, еда. Внимание к своему здоровью, да. А это все-таки больше, да, политика, я считаю. То есть вы не работаете, да? Нет, нет. Пока не знаю, но думаю, да, что буду работать. Прививка есть, все нормально, можно ходить, QR-код есть. Ответственный гражданин Российской Федерации. Я безработная, поэтому я и так не работаю. А я работаю. Все работают. А для кого же тогда выходные? Спросите у губернатора.